Значит, девочки, я прошу немножечко внимания. Значит, отметки, вы будете каждая проходить паспортный контроль, и каждая должна сказать, что вам надо поставить отметку в паспорте. Это на украинской границе, и туда и обратно. Это как командировка. Да. Ну, короче говоря, надо поставить их туда. Что это такое? Здравствуйте. Ну, что здесь делать? Ну, ребят. Здравствуйте. Ты едешь? Да. Появка. Блудного сына. Это что лично этот лав? Я билетов должен, он один делает. Твой же называет, коллега, меня, это самое, на платформе. Подожди, сейчас. Пяточка, нет, сзади. Она не ровная, а вот так вот, ну и жесткий бортик. Но я не верю, она разыгрывающая. Она должна... Кто должен командовать в семье разыгрывающим? Это мой Хорошо, давай.
Оль, давай тащи еще. Вот я в салон на сайте сижу. Так вообще.